Июль – время отпусков и купального сезона. Только уже больше недели петропавловцам приходится корректировать свои планы из-за проливного дождя. Когда североказахстанцы смогут спрятать дождевики и зонты в шкафы, узнавала Алена Подласова. Июль – самый теплый месяц в году. Это время, когда созревает хлеб, начинается сенокос, в садах поспевают фрукты, в огородах – овощи, а вокруг – буйство красок. Только помнит ли об этом погода? Судя по началу месяца, немного забыла. Проливные дожди, грозы и ветер – так начался июль. Зонты и резиновые сапоги стали незаменимым атрибутом каждого дня. А какой погоды сегодня ждут петропавловцы? Погода, конечно, желательно, чтобы была солнечная, теплая, но что природа преподнесет, то и этим довольствоваться будем. Хотим, чтобы в июле, конечно, погода нас порадовала, пожарче было, дожди уже надоели. Хочется покупаться. Я могу и себе и дома развлечения найти, и на улице. То, что всегда на улице мне нравится погода, любая. Хоть пасмурная, хоть солнечная, хоть дождь. Городские пляжи пустуют, но по прогнозам синоптиков переменчивая погода еще позволит горожанам искупаться и позагорать. Уже в начале следующей декады заметно потеплеет. Днем столбик термометра поднимется до 25-30 градусов. Правда, выходя из дома, зонтик лучше всего прихватить, потому что весь месяц солнечные деньки будут сопровождать кратковременные дожди, иногда и грозы. Во второй половине июля станет на 2-3 градуса прохладнее. В начале третьей декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха. Ночью до 14-19 градусов тепла, днем до плюс 30-35. Затем понижение. Ночью до 8-13, местами 18 градусов тепла. Днем до 24-29 градусов тепла. В конце повышение температуры воздуха ночью до 23 градусов, днем до 34-39 градусов тепла. Даже несмотря на то, что осадков ожидается чуть больше нормы, погода во втором месяце лета может побить собственный рекорд. Максимальная температура в Петропавловске была зарегистрирована 18 июля 1940 года. Тогда термометр показывал 40 градусов тепла. Алена Подласова, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.